Продолжается в Ярославле ремонт улиц частного сектора. Сегодня асфальтобетонную крошку привезли на 8-ю железнодорожную. Это микрорайон Липовой горы. Поблизости сразу несколько строек, и после дождей единственный выход к проспекту Фрунзе превращается в водное препятствие. Руководство района и активисты движения «Народный контроль» решили помочь местным жителям с помощью так называемого безотходного производства. Ямы одни. Вот этот Алексей, который вот с этого поселка, Гришин, он сломал машину, его рессоры полетели только из-за этого. Скорая помощь часто указывали на плохое содержание дорог. Поскольку на Липовой горе в этом году запланировано много работ по асфальтировке дорог, непосредственно улица Пирогова, улица Щепкина попозже будет делаться, мы решили направить всю крошку, которая будет освобождаться, на асфальтировку улиц частного сектора. На сегодняшний день отсыпано уже порядка 30 улиц. Самое главное, что люди, которые обращались, не просто дают заявки на привоз, а сами активно участвуют в устранении ям. После того, как все ямы будут отсыпаны, сюда приедет техника. Грейдер и каток помогут выровнять дорогу с новым материалом. Планируется, что до конца лета во Фрунзенском районе асфальтобетонной крошкой подсыплют все улицы частного сектора Липовой горы, а также те улицы, которые не попадают в этом году в список ремонта. Мы уже отсыпали первую, вторую, третью, седьмую тормозную, говорю, полностью. Там уже начинает работать тяжелая техника, там большие кучи. Здесь, как вы видите, ремонт не такой капитальный. По всему Красноперекопскому и Фрунзенскому району ведется очень большая работа по ремонту дорог частного сектора.